в жизни Федора Ивановича Тютчева. Вы, конечно, знаете, что вы в библиотеке, которая носит имя великого поэта, философа, дипломата. Вот. И спущу я маску, мы с вами на расстоянии, поэтому я привита. Вот. Я думаю, что никакой опасности мы для друг друга не представляем. И поэтому, конечно, мы всегда в эту тему, не конкретно женщины в жизни Тютчева, да, а тему, связанную с Федором Ивановичем, у нас очень много, мы говорим и о природе, и о дипломатической карьере, но вот эта тема, мне кажется, она такая очень личная, очень много о ней говорят, сейчас очень много высказываний таких в интернете, я об этом всегда говорю, там, Тютчев ловелас, Тютчев, там, ну, я не знаю, там, как его только не называют, но очень хочется развеять эти мифы, чтобы, конечно, я думаю, что, конечно, в основном здесь у нас люди, которые, в общем-то, в интернет, если и ходят, то там какой-то определенный, и, конечно, очень нужно с большой долей такой вот относиться недоверие к тому, что там пишут.